Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о принтере Brother DCP-7057R. Эту модель я купил 3 года назад, и есть, конечно, плюсы и минусы. Ну, во-первых, плюс — это цена, вот, и достаточно компактность и многофункциональность. То есть это не только принтер, да, но это МФУ полноценная. Здесь можно сканировать. По сравнению с той моделью, которая у меня 10 лет назад была куплена, здесь, конечно, сканируют быстрее. Вот. Но недостатком является то, что он где-то по 4 мм с каждой стороны листа не сканирует. Дальше очень громкий звук после включения. Вот он так вот начинает, во-первых, тестироваться. И так вот жужжит. То есть сразу включается вот этот жуткий мотор. Вот, отсюда такой вот звук странно издается. И вот он так тестируется. Вначале я купил, значит, он работал на тестовом, то есть на стандартном картридже. Потом купил очень дорогие, конечно, картриджи стандартные на 1000 страниц. И потом я все-таки научился, купил тонер буквально там за 100 или 150 рублей банк и стал его засыпать. Как обойти защиту на этом принтере? То есть он может выдавать вот такое вот сообщение: замените тонер, да? Что нужно сделать? И здесь аналогичное сообщение на, извините, да, замените тонер. Что мы делаем? Мы нажимаем следующие кнопки: старт, стоп. Вот. И отмена задания. Вот, извините за небольшую задержку. Старт, стоп и отмена задания нажимаете. И вы видите, что все исчезло. То есть надпись не появляется. Дальше сломалась подача бумаги. И он перестал подавать из лотка. Вот здесь, видимо, какие-то пружинки ослабли. И можно теперь подавать бумагу только из этого лотка. Вот отсюда он ее уже не берет. Ну и со временем, естественно, так как не лицензионные эти, какой-то тонер мы досыпаем самостоятельно, может быть, где-то небольшие полосы или блеклая печать. Вот это самое важное, что вам нужно знать о данном принтере. Точнее, МФУ. Спасибо большое за внимание.